Елизавета Журавлева, режиссер культурно-выставочного центра имени Тенишева. В детстве я мечтала стать знаменитой актрисой и сниматься в фильмах. Но кто об этом не мечтает? А пока я жду исполнения своей мечты, я занимаюсь организацией и проведением всевозможных мероприятий и ярких событий нашего города. 15 августа 2015 года приглашаем вас на 5-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». База отдыха «Ермак». Будет ярко и круто! Приходите!